Добрый день, дорогие друзья. Вот такой вот нож чинка. Ну, чинка, мы понимаем, почему. Для, как вот перочинный нож, да, почему? Очинять перья. А раньше были перья, и их, собственно, подтачивали. А это чинка для того, чтобы очинять простые карандаши. То есть для заточки карандашей. Я уже знакомил вас, товарищи, с ножом компании, вернее, компании Артели Канспром. Здесь немножко поновее нож. Нож этот Артели Радиопром. Вот у нас тут есть такая надпись. Ну и мы видим, что Артели Радиопром находилась в городе Москва. Артель образовалась в 1946 году, по сути, реорганизовавшись из Канспрома. То есть это изначально был Канспром, который, с которым я уже знакомил. Ну и вот, собственно, появился Радиопром. Почему ее реорганизовали? Дело в том, что на Артель Канспром была навешена задача по производству радиорепродукторов, с которой она благополучно не справилась. То есть там и качество, и сроки страдали. В общем, там претензий было огромное количество. Ну и вот, собственно, решили ее реорганизовать в Артель Радиопром. Да? Ну и название говорящее. То есть чтобы в первую очередь занималась производством репродукторов, как мы можем понять. Да? А уж по остаточному принципу, занималась производством своих старых изделий. Не получается у меня открыть одной рукой. Ну, можно понять, да, что вот здесь вот она, вот здесь вот мы видим такая галочка, да, здесь можно затачивать самый кончик карандаша. Очень удобно, кстати. Ну и, соответственно, сам карандаш затачивается основным лезвием. Почему-то у меня не получается его открыть. Ну и вначале, я думаю, там понятно, видно было. Вот, друзья, Артель существовала с 46 по 56 год, пока у нас, собственно, все Артели не приказали долго жить, да, благодаря хрущевскому распоряжению, указу, закону, там, что там было, я уже и не помню. Вот так, нож чинка Артели, Радиопром, город Москва, СССР. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки. Всего доброго.